Вы понимаете, дело в том, что человек, как биологическое существо, да, оно, мы же люди-то, между прочим, как раз в том люди, когда мы живем в обществе. В обществе, разумеется. И отдача, взаимоотдача между людьми, вот это и есть счастье. То есть, когда люди понимают, дополняют и, скажем так, бесконфликтно живут, ну, в идеале, потому что в жизни такого не бывает, чтобы без конфликта все обходилось. Вот это, наверное, и есть счастье. Когда есть семья, все-таки я считаю, что одиночество само по себе это ненормальное явление, да, для природы. Для природы ненормально, потому что все равно человек – это общественное существо, а семья – это ячейка общества. Поэтому, когда есть семья, когда есть дети, обязательно есть дети, когда есть достаток, хорошая работа, которая тебе нравится, когда ты идешь с желанием на работу, не просто прийти заработать денег, а заработать денег, но и получить от этого удовольствие, пообщаться с нормальными людьми, на рыбалку съездить, почему нет, на шашлык. Вот, наверное, это приходит осознание счастья со временем.